небольшой колбаской скручиваем, засовываем, и вокруг осколки, ну, наподобие смонки, такие же ромбики примерно. Зазумимся, если получится еще раз. Ух, четкое попадание вообще. Хорош. Ну ты видишь, как ее унесло сначала вниз, да. И ветром ее подтянуло как-то, блядь. Мы идем вперед. Вот за буквально за несколько дней наши продвинулись в сторону Бахмута. Технику бронированную, там какие-то гаубицы, орудия ближе, чем на 18 километров, они оставлять не могут. То есть в крайнем случае они выезжают, отрабатывают и снова уезжают хер знает куда. То есть нету быстрой их реакции на какие-то изменения на фронте. Вот так. Много друзей погибло, которые в том числе меня вот эвакуировали, тащили. Как бы. И после этого сидеть где-то в военкомате охранять, мне кажется, мне совесть не разрешила такое. Навіть 100-200 не коштують одної ноги нашого розвідника. Дело в том, что теряю, скажем так, ненужных людей себе. Всяких зэков, каких-то непонятных безработных, которым делать больше нечего, кроме как идти воевать. А мы теряем, к сожалению, лучших людей, поскольку у нас идут патриоты. У нас идет... Надо коптер дроны играют ключевую сейчас роль. И конкретно в освобождении Клещеевки и Андреевки они тоже сыграли свою роль. Они участвовали в общей операции по освобождению данных населенных пунктов. Они выполнили свою задачу в полном объеме, ту, которую перед нами ставило командование, и как бы нанесли, ну, колоссальный ущерб противнику.